Ни для кого не секрет, что Верхнеуральский район – это край, богатый своей национальной культурой. Народы, живущие здесь, до сих пор чтят свои традиции. Краеведы по крупицам собирают многовековую историю воедино, чтобы донести ее до нас и будущих поколений. Так, 3 сентября наш город посетили гости из соседней республики Казахстан. Это место чем связывает нас? Во-первых, это начало реки Урал. Она, во-первых, разделяет Европу с Азией. Начало реки находится здесь. Конец реки находится в Казахстане. Это впадает в Каспийское море. Сейчас, раньше была Гурьевская область, сейчас Атравская область. Но дело не в этом. Дело в том, что единый народ здесь жил, живут. Это наши деды. Деды и казахов, башкир, русских и прочих народностей. Поэтому нам не делить мы пришли, а объединять людей, людям сказать, что мы сейчас делаем. Это же единая земля, а мы единый народ. Гости посетили выставочный зал, краеведческий музей, пообщались с жителями города. Верхнеуральск – не единственное место поисков соискателей. На очереди – Алма-Ата, Актау, Орск, Оренбург. По итогам долгой и кропотливой работы будет издана книга и снят фильм о прочной связи наших народов. Баянгали Канапиевич признался, что они впервые посетили Верхнеуральский район. Краеведы остались довольны не только природой нашего края, но и общением с жителями. Вообще, край замечательный. Здесь вот мы в горах вчера были. Ну, сиди, дыши и улюбуйся. Честно так. Краеведы пообещали, что это не последний их визит. Ведь все мы – единый народ. И наша задача – сохранить и приумножить культурные ценности и традиции. Верхнеуральское телевидение приглашает зрителей стать героями нашей новой рубрики «Национальные истории». Нам интересно все – обряды, обычаи, кухня, одежда и быт нашего многонационального народа. Если вам есть что рассказать и показать, то приходите к нам в студию по адресу город Верхнеуральск, улица Еремина, 43, кабинет 105, или звоните по телефону 8 351 43 2 20 23.